А смотри, стрим, он работает вообще или нет? Тут что-то какую-то хуйню мне пишет. Настройки вроде нормальные, хули. А. Блять, давно не стримил, уже позабыл оптимальные настройки. Посмотри, чекни. Скажешь, лагает, не лагает. Ну, просто, ну, у кого-то хорошо работает, у кого-то нет. Я не понимаю, почему. Хочу, чтобы у всех нормально работало. Блять, я уже проебал, там уже... Ай, блять, игра началась. Стандартный закуп возьму, похуй, все. Времени нету. Бля, со Слардаром идти, я лучше вниз пойду. Ой, с этим, с Джаггером. Мид? Лол. А у нас же что, мидера нет? Сейчас бы, блядь, на миде против Шторма с ФБ уже постоять. Сейчас соснуть еще мид. Давайте соснем на миде. Зевс не мид идет. Топориком и щитком на мид. Неплохо. Пошел нахуй, буду ныть, блядь. Ты там на баре кучу игр выиграл, пошел нахуй. Сам-то, блядь, ноешь, когда проебываешь. Чё за говно бот, блядь? Ты чё, ру 3 поставил? Ру 2 стоит, блядь. Или это Слардар такой неповоротливый? Как кусок говна. Блять, вот хочется быкануть на него так, но... Чё от этого толку? Это вообще толку, но... Пойду, блядь, руну лучше возьму. А то он еще возьмет какой-нибудь реген. Ну, нормально. Кстати, я могу... О, да, сейчас. Встретим. Мы встретились с тобой! Только не стиль. Давай, тычечка. О, неужели? То было бы хуёво, пришел бы просто так. Он там ботл еще обузит свой, хуевший.
Самая лучшая в мире иллюзия, конечно же. На топе никого нету. Трал там кто еще? Рики же еще. Где-то бегает. Рада видеть тебя. Веди меня в бой. Война за... Шторм Синвизм. Кто на низу есть? Уебать вас там, Синдриков. Ну, я опять же зря пришел, как обычно. Блять, никого нету. Какого хуя вообще? Сларка там трал саппортит. 1-0 уже. Мешаешь мне думать. Жду приказать. Как прикажешь, будет исполнено. На город наших братьев напали враги. Не заставляй меня ждать. Слушай. Веди меня в бой. Где-то трал-то. Шел что ли, по-моему. Эй, блядь. Чего? Да свершится месть. Жду приказания. Пизду, короче, эти ганги, блядь. Пока иду, кто-то подыхает и все. Слушай. У вас на низу вообще трэш какой-то, блядь. Стоите, фармите, никого нет. Сейчас бы шейкером пофармить. Ой, блядь, сейчас бы шейкером пофармить. Вот я только отошел, блядь, с топа, и тут же убийство. Заебись. Надо шмоки купить, короче. Видимо, там варды везде. Внутри ковардят. Да ладно. Только не в моей команде. Напали враги. Слушаюсь.
Исполнено, как прикажешь. Слушай, слушай, не заставляй меня ждать. Война за, как прикажешь. Жду приказаний. Будет исполнено. Слушаюсь. Я, короче, иду вниз под смоками, го туда тоже. Ну, ясно. Чё ты на топ идёшь? Хотя бы трала бы убить. Там Рики ещё. Рики, сука, чуть-чуть не хотел. Бля, почему Зев дальше не побежал? Я бы кинул ему бульт. Просветил бы его. Ну все, тут делать нехуй. Да, Т2 не сломаем. Будет тут стоять. Как прикажешь. Слушаюсь. На город наших братьев напали враги. Слушаюсь. Да, нас видно. О, тут Джаггер. Ой, блять, он же наш. Кто-то сзади еще. Да в пизду нас там видно, да? Все на лоха поубегают. Да свершится месть, как прикажешь. Слушаюсь. На город наших братьев напали враги. Будет исполнено. Во имя Азар. Как прикажешь. Жду приказаний. Слушаюсь. Будет исполнено. Как прикажешь. Уничтожим все. Будет исполнено. Сухопутные крысы. Как прикажешь. Будет исполнено. На город наших братьев напали враги. Да свершится месть. Во имя Азары будет исполнено. Не заставляй. На город наших братьев напали враги. Будет исполнено. Во имя Азары. Будет исполнено.
Вард хотел поставить, сука, падла. Ну ничего не потерял вроде. Хотя желтый дохуя денег получил. Сларк, блять. Ну вот что за говно? Че какой-то бред вообще? А, ну у меня, видимо, стрик был просто. Ты киллинг спри. Как же, блять, хуево эти стрики-то отдавать, пиздец. Рикимон купил. Я пришел вслед за Бриллином. Как прикажешь? Слушаюсь. Что дальше пойдет? До свидания. Жду приказания. Вот это вот правильный сларк. Не то, что тот, блядь, фармит. И проебывает. Нахуй тут играть вообще. Будет исполнено. Война за. Слушаюсь. Будет исполнено. За наш ятар. Сухопутные крысы. Война за. Будет исполнено. Чего? Иди меня в бой! Во имя Азар! Жду приказаний! Он исполнит! Уничтожит всех! Сухопутные крысы! Слушай! Он исполнит! Как прикажешь! Слушай! Блять, боже, почему она все еще там, а, блять, сидит, кура ебаная. Да скинь ты ж стан, блять, уже. Ждет что-то. Блять, мог сразу кинуть просто, он ББМ бы не нажал. Ждет, блять. Сдагер есть. Блять, надо Сларка убивать, он съебал. У нас Джаггер нормальный как-то. БФ, этот, Скади. О, блять, тьфу нахуй. Диффуза есть. Мидаш, хорошо. Очень даже. Видимо, пофармил он нормально с Рубиком. Рубик не мешает фармить. Готоп. Все есть, блядь. Мы должны драться. У нас герои боевые. Все просто. Нужно драться, иначе опять проебем. Не заставляй меня ждать. Скрипл дохуище. На город наших братьев напали враги. Зевсом так опасно очень, да, девардить. Полгода надо вард ломать. Все это время не придут, убьют. Слушаюсь.
уничтожим всех. Блять, он еще и ушел, пиздец. Укажи путь. Диффуза кинуть не судьба, блять, было. Хоть убили. Там кто-то бежит, Рики, он, блять, бежит. Подними его, Рубик, подними. Че ты делаешь? Зевса ульт еще, а нет, не был. Я пришел вслед за прямым, блядь. За кривым нахуй. Да сука, ну не хватило чуть-чуть, чтоб кинуть ему ульту. На миде убьем. Угу. Слава Паге, точка JPG. Да идите вы нахуй, почему я? Не. Ебать, вот эта драка была прикольная. Мне понравилось. Побей меня! Побей! Сразу меня бить, сразу меня! Как видит, сразу меня бить! Капец. Сейчас кого видишь, сразу станет как крестница. Шторм, по идее, должен залетать, так что готовься. У него был солнечек там есть. Хотя нет, уже не залетит. Меня сразу, да! Меня! Блять, сука. Да, меня. Да. Все. Я виноват, я встрял, я накрасал вообще. На город наших братьев напали враги. Джаггер был бы, блять, вот. Рассказывай. Сейчас. Ходим в 5. Проси, о чем хочешь. Да, вот это пиздатый, конечно, замес был. Очень даже.
Надо бы КБ делать, блядь, хуя нет, блядь, теперь. Джаггер, не хочешь с нами ходить, видимо? Я тогда могу тоже, блядь, уйти фармить. Я готов. Опять никого не убил. Да идите нахуй, блядь! Ну господи! Хиль меня полностью! Я убил как-то. Как я ее убил? Урной что ли? Пиздец. А маленький Рики в зеленых штанишках с одним омом всех разъебал. Пам-пам! Рики побежал дальше искать. Блять, что-то вообще пиздец за месяц. За одну притяжку от шторма я отдохну просто. Надо срочно БКБ, я драться больше не буду без БКБ, потому что это пиздец. Либо надо шторма убивать сразу. Я там за месяц что-то потерялся, по дому бил. Надо было по шторма, по шторму. Сука, все как лепешки, блять, слиплись там в драке. И хуй пойми, кого ты бьешь вообще. Кошки баны. Что-то мне так не нравится этим слардаром играть. Он какой-то, сука, медленный, блядь. Какой-то пиздец вообще. Дагер нажал, не блинкается. Не блинкается. Что прикажете? О, Шларкич. Чё будем? Это кура полумертвая. Вот. Подойти надо будет. Давайте подойдем. Давай ко мне, ты хули, блядь. Ну еще топни давай раз. О, зайдись. Нормально, бля, нахуй. Я и БКБ проебал еще.
Руби, бля, взял, подошел, Роша, поэтому три раза топнул, три раза нахуй топнул. Сейчас бы, блядь, к Рошану подойти третьим. Замедлить, блядь, всех. Только пиздеть умеет. Кто Аяку-то взял там? Блядь, я вообще моментально слетел в замесе. Просто, блядь, дичь какая-то. Шторм там уже с этим сшил. А Яга еще. Да есть у меня вторая дот. Просто ее стримить смысла нет. Там этих стримеров по доте 2 миллиона. Но они варды ходили стоять туда. Будет исполнен. Во имя Азара. Слушаю, как прикажешь. Во имя Азара. Да свершится месть. Не заставляй меня ждать. Продай, наверное, шоу ринг, че, уже мана нормально регенит. Левел 15. Вон кто-то по лесу гуляет. А найс фиссура. Хуй пройдешь, не знаю. Го примем. А тут все. Да блять, ну че ты, сука, стилишь ты? Падла, быдло. Сейчас бы постелить. А где Джаггер? Почему это педрило до сих пор АФК? Ну пиздец. Кикаем нахуй. АФК 9. И блядь сразу ультуем. Ультуем, сука. А, ну ясно. Поджог земли, выжег. Ясно, ясно. Бери его руб. Да он в лесах там, говорит, фармить. Он. Блядь. Эту хуйню все продаем, блядь. Да эту продайте, эту хуйню все хорошо. Йола, ставьте. Джаггеру БКБ пиздец как надо. Чё-то, блядь, в последнее время какие-то зевсы пиздец пошли. Именно вот в моей команде, опять-таки. Ладно, не буду ныть, заебал. Я пришел вслед за ним. Жду приказаний. Веди меня в бой.
Надо кирасу делать. А мы бы, кстати, за место выиграли, если бы у Зевса не покашал. Я там цепанул, блин, этого Трала, сразу его убил, у него прокаста не было. Так бы мы там вообще разлетелись. Я сейчас буду подраться, когда меня не... Пока Д, блядь, тухнет. Блять, варды в лесу стоят, идут, дохнут туда. Видят, что меня нету, этот, блядь, ливнул втроем на пятерых. Можно ФФ тогда, что не хотите играть, вообще выигрывать. Можно и не играть. Ты что, туда хочешь залетать? Ну, го, напоследок. Поехали! Стан, давай, нахуй! Полгода, блядь, дума убиваю. Он тебе еще по дедум там успел навесить. Полгода реально пизду туда. Хотя если б я его не убил, да не в лесу, вот сейчас. Если б я дума не убил, то, блядь, я бы моментально сдох под думом. Или ты. По идее, я должен его быстро сносить, потому что у него брони мало. Что-то долго получается. Джаггер вообще, блядь, вроде арты есть, но дохнет. Один там загуливает, его толпой убивает. Чё фармил тогда? Чё там делаешь? Иди нахуй от моего провода, блядь. Но они толпой ходят и хуёво. Надо тебе вот не подставляться и залетишь, разъебёшь. Вообще как-то аккуратно надо двигаться, передвигаться, потому что твой ульт реально пип-пип, это камбэчит замесом. Ты все-таки себе его забрал. Кларк с одним скади. Можно было бы и убить его, если бы ты пришел. А, они там Рошу бьют, походу. Но он уже съебался. Они там на Рошане. А он... Вон этот, смотри, куда идет. А, это, блядь, иллюзия. Ёбаный рот. Ну блядь, ну чё? Страшно. Опять Рубика нету. И Джаггер. А где Джаггер был? Как он сдох там? Хуй его знает, пока додохнет. Ну ничего, толпой давит нас.
У нас, блядь, Рубик не играет. Зевс ливнул. Хули. Ну, Рубик вон стоит. Ебаный кусок, блядь, хуйни. Тупая дота. КД проебываешь. У меня уже 5, наверное, проебов подряд, блядь. Пора, наверное, хуйню брать всякую. Шларков и тому подобное. Ну а толку, блять, от этого Джаггера реально. Он фармил нормально. Артов там куча было. А сделать нихуя не может, блять. Просто его, блять, забирают первого самого. На город наших братьев напали враги. Го, хули, последний там драку. Блять, я вот в БКБ и получил еще и Дум ебало. Вообще, как это называется? Ничего не сделаешь, блять, вообще. Как, блять, не играй, хоть там ноль ошибок, то все равно проеб. Сори, но проеб. Какой-то уёбок. Зевса контрит, блядь, ничего сделать не дает ему. Пиздец. 33-37 сняли всего. Не с кем было играть, к сожалению. Что поделать. Там все в пятером ходят.